Градус растет. В Тюменском технопарке сегодня открылась точка кипения. Это пространство для совместной работы предпринимателей, ученых, общественников и студентов. Проект реализует агентство стратегических инициатив с 2013 года. И в России работают уже больше 20 таких мест, которые объединили идеями 350 тысяч человек. В Тюменской точке будут проходить образовательные семинары, дискуссии, открытые лекции и выставки. Точка кипения Тюмень. Здесь точки кипения, рамок быть не должно. Сами люди, которые здесь будут приходить, сеть, которая создается между всеми точками кипения, это вот как раз возможность людям, не ограниченными какими-то рамками, попробовать посмотреть в будущее и не только сказать, что нас ждет что-то там такое, но и найти к нему практически технологические решения.